I was born in hell. Yeah, born in motherfucking hell. Всем доброго утра. Начинаем просыпаться. Начнем вот с такой вот игрушки. Аркадный автомат SETA First Generation. Сегодня у нас в программе Rail Shooter. Привет, Некосан. Доброе утро, Наза Фокс. Класс 147. Ох ты, лажа. Ну вот что такое? Полчаса назад проверялся, плоудом было все в порядке. Теперь дропы валятся. Что за хренотень? Ахо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, минутку попробую сервак сменить. О, блин. Чё за нафиг-то вообще такое? Да, кажется, облом. Чёрт. Если так дропать будет... Еще и калибровка слетела. Ну вообще офигенно. Не понос так золотуха. Yum.
Чуть зеленого не пристрелил. Да, дропы сыпятся как... Не знаю. Вообще дерьмо. Доброе утро, Солсны. Решил Вот спасибо, собственную могилку показали. Thank you.
Опа! Перестарался. Да ё-моё, куда ж ты лезешь? Охренеть, зомби кидаются кольями. По-моему, это мне надо в них кольями кидать. Да ё-моё! Я смотрю, на кладбище очень оживленная жизнь. Народ ходит толпами. Эко ему припекает. Бердак бомбанул по полной. Ребята, как там дропы, сильно достают? Потому что у меня ОБС какой-то кошмар показывает. Что за Игорь? Зомби рейд. Аркадный автомат. Сета First Generation. Монтребиниги, может быть, они сменили потоки. Я потом проверю, конечно, это дело.
блядь. Крут со всех сторон. Пиздец, рейл-шутеров много. Естественно, большая часть из них с нечистью. Так что не факт, что именно это прародитель. Мне интересно, что вместе с нечистью тут делают все эти ковбои. Да ё-моё. Да что ты. Чё вы лезете и лезете? Дома сидеть надо. Игра Zombie Raid. ЧЗ, так тайм-мод всегда был. Если два подряд быстро отправляешь, ругается. Нифига себе, башку снес, а он один хрен шевелится. Не по канонам. Welcome to my dinner party, pal. Today I'm serving a special dish. It's you.
Ну чё, где? Не хочу я туда заходить. Ну теперь чего, слизняки пойдут? Какая же игра без уровня в канализации? О, склепик. Мумиё. Какие ковбои настырные, везде пролезают. На чем выходила эта игра? Это аркадный автомат. Сета First Generation. Опарыши. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Эй, да они издеваются. Ай, вали всех, Господь рассортирует. Некосана, парыши помогают пищеварению. Ну привет, вы еще тут. Голометы ходячие. Оба-на! Да вы офигели! Смысл-то вас хэдшотить! Привет, Клаутвитс. Босяк, да? Ай-ё! Вон оно что. Что-то я раньше не допетрил, что их можно освобождать.
Фига себе, там фейспалм у мужика. Аж на шляпу завернуло. Хочешь сказать, что вся проблема... в регистре букв и все? Ну тогда мы это переделаем, не проблема. Придурки. Надо сделать, наверное, универсальное, но вбивать кучу всякого, чтобы проверял сразу батарею параметров, а не какой-то один. Ладно, подшаманим потом. Клауд, как видишь, сейчас с ним возникли проблемы, потому что Twitch последнюю неделю постоянно выеживается и что-то меняет. Да ё-моё! Фига себе! Что за придурок на корячках ползает? Ха-147. Чанкет, он вообще, по-моему, у индивидуалов. То есть, Twitch все-таки как-то определяет популярность канала. То есть, вот у одиночек, которые стримят редко, у них, как правило, только чанкет. И там вообще очень неудобная такая штуковина. Там идет видео не сплошным потоком, а как бы нарезанное на кусочки. Да, именно рельса. По аналогии с роса. Вы все претесь и большие подозрения, что все приколы последних дней это из-за того, что на Твиче что-то делают. И у чата крыша едет. И у всего на свете. О! Приятель, да ты же зомби. Ну и рожа у тебя.
на Resident Evil похоже. По-моему, это какая-то кастлвания от первого лица. Сейчас у этого тоже бомбанет, судя по цвету. Ох, как бомбанет. Коль, привет! Тебе тоже не спится? Не понял я, что второго игрока цепанул. Подарочек. Вообще тут забавно. Можно было бы попытаться настроить двух игроков на одну мышь. Получился бы... Ну и так можно поприкалываться. Если мне пальцев хватит нажимать сразу за огонь за всех, по крайней мере, второй игрок будет бить по центру. Ах, да, у тебя же веселая суббота, как обычно. Блин, чуть не пришил. Не выскакивай так. Так, еще какой гадости ждать?
Да ё-моё, опять вылез. Х-147, напиши ему, что старые лаунчеры сейчас работать не будут. Тьфу ты! Сделал дырку. Ты еще кто? Нет, спасибо, я не хочу стать таким же синим. Один есть. Блин, новую отрастил. Что за нафиг? Хватит мне рожи строить. Да блин, достали. Пердак босса начинает прогреваться. Сколько ж тебя вложить-то надо? Блин, у меня уже палец устал. Какой хрен ты такой долгоиграющий? Слушай, ну судя по толщине его, наверное, последний.
Ху. Ну что, все? А, кажется, хрена с два. Нифига себе. Нифига себе концовочка. Ага, ложная. Попробуй-ка еще тру получить. Какие еще три кристалла тут надо собрать? А смысл в том, что каких-то три кристалла надо найти, чтобы получить правильную. Это можно долго разбираться. По поводу вышибания правильных концовок, вон Амколь может много рассказать. В аркадах это кошмар. Фу, да, за конец. Ну что ж, перейдем к следующей части марлезонского балета. И только палец отдохнет немного. Да, unfair. А что делать? Я такого не ожидал. Это для меня самого first run. А вот у нас следующий номер программы. Invasion the Abductors. Это у нас платформа Midway Zeus. Аркадный автомат так называется. И на сей раз нам предстоит бороться с инопланетянами. Игрушенция абсолютно хардкорная. Я не представляю, сколько там... Я на эту-то вот потратил полсотни кредитов. А на эту, наверное, еще больше надо. Потому что черти здесь толстые до невозможности. И резкие, как понос. Но, правда, здесь можно включить фриплей, а вот в предыдущей игре что-то не получилось. Planet Earth's greatest hero is GNP. Power-ups provide added capabilities. Power-ups include enhanced rapid fire, missiles, death ray, shield. Доброе утро, Мель. Почему мне нравятся виртуальные тиры? Ну, потому что нравятся. Как тебе объяснить? Красиво, динамично, весело.
Approaching planet Earth. Nice planet. I think I'll save it for a price. Easy money. Easy money, значит. Ну-ну. Select your mission. Ну, поехали по порядку. Chicago. Your selection is confirmed. Дико не люблю перезарядку в этой игре. Работает только выстрел в офскрин, причем в правую половину. Дико неудобно. Да блин, прицел-то где? Pedestrian skybridge secured. Shooting bonuses. Kill report. Sector secured. Warning. Mutant overload in this sector. Да, ЧЗ, ту мы уже закончили. Охренеть. Что ж вы толстые-то такие? Да-да, стал этот релод. В голову стрелять. Оно не дохнет. Офигеть. Мельстром, это аркадный автомат Midway Zeus. Кстати, на Midway Zeus у нас выходил 4-й Mortal Kombat. Это так, чтобы было понятно, о чем речь. Пока перезарядишься, офигеть можно. Ё-моё. Да, инопланетные цыгане украли церковь. Sector
secured. The high-rise hotel is under attack. Death row. Damage. Ё-моё, вы офигели! Небоскрёбы ронять. Да ё-моё! Какой хер тут вам стреляет? Ныкаются. Тоже мне инопланетяне. Да ёб твою релоад. И стрелить бабку, чтоб не мучалась. Да, блять, я прицела-то даже не вижу из-за этих. Из-за дамага. Шутники. У меня там какой вообще уровень сложности-то хоть стоит? По умолчанию, блин. Блин. Откалибровал, фриплей включил, а сложность не посмотрел. Да вообще во всех рейл-шутерах вдвоем надо жить легче. Одному вообще задница. Хорошо, нереальные деньги сую. Не жалко. Да вы офигели! Secured. You have been returned to standard fire. Prepare to engage Manticore. Что еще за Мантикора? Target all parts to destroy fire. Reload. Мама родная. Охренеть. На Dreamcast есть несколько рельсовых шутеров, но все это порты с аркад. Ага. Блин, глаза вытекают. Damage.
Что-то у него вообще хп ни хрена не уходит. О, хоть что-то ему отстрелил. Что за фигня? Я за секунду всю обойму выстреливаю, буквально. Перезаряжаешься больше, чем стреляешь. Перезарядка должна в любой край работать, а не только вправо. Да достал ты со своим релодом. Я стрелять хочу. Не курсор гонять в угол. Таймшифт тоже есть, только это несколько иное. Тайм-кризис, да, рейл-шутеры. Да, блядь! Релоуд, релоуд! Как так? Ему надо без остановки шмалять. Да неужели? Manticore destroyed. Mission Chicago complete. Score analysis. Это называется изи. Да вы офигели. Times Square is being invaded. Unlimited power up. Missiles. Хо-хо-хо. Fire. Unlimited, говоришь? Damage.
А где прицел-то опять? Синий цвет тут не очень-то удачный. Они же нечестные. Логично, их задача вытащить из тебя денежки и не дать тебе выиграть любой ценой. You have been returned to standard fire. Caution, flying automobiles. Fire. Damage. Не трогай тачку. Да достали. Фига тут. Были ли случаи, когда кто-нибудь с одной монетки прошел игру? Да уж, наверное. Есть умельцы. Ё-моё, откуда вы валитесь-то в таких количествах? Теперь чего? Ё-моё. М-да. Опять релод, блин. На боссах-то могли хотя бы автомат оставлять. Это все равно, что в Сэма играть вот с такой перезарядкой после каждых 6 патронов. Я посмотрю, как долго там человек выживет. Вот на кой черт инопланетянам будка по продаже билетов? Мне это больше не пришельцев напоминает, а каких-то гипертрофированных гремлинов. На крышах тачек катаются. Thank you.
Офигеть. Куда вы лезете в таких количествах, а? Конечно. 5 релод. Да вы охренели! Тут одного-то не завалить. А вы вдвоем лупите. Если бы стрельба по машинам чем-то помогала, то это так, для красоты. Оставь метро в покое. Так, сейчас они его в меня кинут, чую. Да, я знал. Ни хрена себе, это вот при таких приколах они дают перфект. То есть у них задумано, чтобы так человека валили. Это сраный босс. Рин там нету часом. Ее любимое домашнее животное. Дэмэдж это почти как Сэвэдж. Только деньги бесконечные. Ё-моё. И чего его расплющило? Кажется, ему припекать тоже стало, судя по цвету. Хрена не вижу. Блин, нижнюю мишень сначала надо, иначе не успеть. Все равно не успел. Да, блядь, я ж перезаряжался. Тарантикус destroyed. Time square complete. Score analysis.
Да. Статую свободы. Ну, сейчас, значит, они ее точно сопрут. Сабвей. Вы офигели. Тут и так ни хрена не видно. У меня тут еще стробоскоп еще заведите, и будет вообще круто. Чтоб мозги в кисель превратились. Чё, где? А, крысы. Не троньте статую. Сволочи. Ха-ха-ха-ха! Вот это мне уже нравится. Не троньте статую, придурки! Куда? Куда вы ее поперли? По-моему, они медь сдают. Алкоголики инопланетные. Как еще-то в них лупить надо было? Совсем ошалели. Офигеть, не встать. Защитить буквы Голливуд? Да, хорошо, хоть они этих скалу с президентами не собираются спереть. Хотя, это еще не последний уровень. Да, гремлины какие-то, они инопланетяне. Фига себе, десантура. Не тронь! Не тронь буковки! Да вы охренели! Блять, ёбаный релот! Блять. Самое поганое здесь — это перезарядка. Фиг знает, на кой черт им буковки.
Я понимаю, еще медная баба, хотя это такое извращение. Зачем они на первом уровне мавзолей какой-то сперли? Где там башня была? Жалко, они не в России. Сперли бы Кремль, действительно. Мавзолей дедушки Ленина. Забавно было бы. Может, Белый дом вместе с Путиным, блядь. Да, зараженные. Это мутанты уже, не зараженные. Все равно инопланетяне, можно сказать. Да вы офигели в таких количествах. Мне 6 патронов на всех не хватит никак. На всю толпу. Даже расширения обоймы нету, блин. А как так? Издеваются. Наверное, кто-то очень ненавидел Америку, создавая эту игру. Unlimited power up. Enhanced rapid fire. Target pads to defeat alien. Rapid fire, значит, ну ладно. Fire. Да ты-то откуда взялся? Смылся, сволочь. Дырка от бублика. На плохую концовку идешь? Ну да. Наверное. Пять релод. Нет, этот бы релод успевал бы сшибать гораздо больше. Ё-моё. Мель, тут твои пираньи из Wizard and Warriors мутировали. Если это мутанты, какого хрена они тут делают? Бомжи, что ли, мутировали под мостом? Ладно, мне нравится, мужик в лодке сидит, рыбу ловит. Ему все похуй. Не трогай мужика. Так, все-таки съел, кажется.
secured. Warning, harbor house infestation. Это еще что? Тут живучая скотина. Да вы офигели, вот, ну никак от него не смыться. Если в этот момент перезаряжаешься, так вообще труба. Нет, Релети, это у нас аркада. Для тех, кто не слышал, это Midway Zeus. Железяка называется. Блин. Лоуд, релоуд. Остали. Да сдохни ты там уже. Кстати, да, вот при демедже, судя по всему, должны быть полупрозрачные текстуры. Но здесь же софт рендер. Поэтому о какой полупрозрачности может идти речь? Достал уже. Ё-моё. The Ferris wheel is targeted. Shoot cars to divert Ferris wheel. Fire. Они что, хотели, чтобы я все колесо успел расстрелять? Где кто? Ой, извини, мужик. Ё-моё. О, кракен. Доктор Катс, это Invasion the Abductors. Они нашего кракена в какого-то мутанта превратили. Да, блять, я ж перезарядился.
Вообще офигеть. Да ё-моё! Ненавижу рейл-шутеры, где нет перезарядки на кнопке. Вимоут, вимоут. Привет, Джастис. О, кажется, я в нем дырку проделал. Но этот уровень не откроется, пока не пройдешь предыдущие три, что, в общем-то, логично. Охренеть! Сколько эта игруха жрет! Крайзис курит в сторонке. Limited, говоришь? Ну давай. Ё-моё! Ломанулись! По-моему, можно стрелять везде. Хер промажешь. Потому что они везде. И пона мать. Ну надо же. You have been returned to standard fire. Entering alien lab. Опять релод. Блин. В эту игру, чтобы реально получать фан, надо ставить чит с бесконечной обоймой. Что тут бабы в трусах бегают? Инопланетяне, извращенцы.
Чё, всё? Отыгралась игрушка. Назафокс, я в эту игру на реале не играл. Игра не выдержала безумия и рухнула. Но сначала я точно не начну ее. Пу. Так что перейдем, наверное, к следующей. Так, а что у нас будет следующим? Следующим у нас будет вот что. Carnival. Сокращение, соответственно, от карнавала зла. И сделано по мотивам старого ужастика. Карнавал душ 62 года. Тоже, естественно, аркада. Тоже Midway, но другой Midway. Это у нас Midway Seattle. Очень мощная по тем временам машинка. Рисковый проц на 150 МГц. И видюха от 3DFX. Можно сказать, очень и очень навороченная Nintendo 64, хотя не на ее основе, но чем-то железо похоже. When the moon is full and trees are bare, walk through the cemetery if you dare, where skeletons rot and corpses fester. Locate the tomb with the skull of a jester, feed him the token all shiny and new. It is then that Carnival will return for you. Да, веселое кладбище. Welcome to the haunted house. Meet a ghoul who lost her head. If you'd like to stay and join us, you're always welcome, alive or dead. Кусается. Yeah.
Ну вот здесь хедшоты правильно работают. О, гамбон. Вспоминается старый анекдот. Тромбон, гамбон, труба, контрабас. Говно ты, ёб твою мать. В играх про зомби всегда рулит шотган. Месть Гордона. Я играю на мыши. Рейл-шутеры иначе невозможно. Там же лайтганы в оригинале. Ну или... Ой, ну ладно. Стрелил девку. Ноги куда-то пошли. Упс. Молодой человек, не теряйте голову. Доктор Кац, а я люблю стримить то, с чем никто не сталкивался. Да ё-моё. Две мыши вдвоем играть? Ну, не пробовал, по идее, наверное. Вдвоем-то в любом случае можно. Как минимум один может играть на геймпаде. Кровавая Мэри. Спасибо. Да ты офигела. То ли в тебя стрелять, то ли топоры сшибать. Какая милая дама. Ой, с нее платье слетело. Ё-моё,
Ну и рожа. Похоже, она сделала маску для лица. Готово. Насажено. Как по-грамотному? Да, это аркадный автомат. Midway Seattle. О, парк развлечений. Доктор Кац, я на Мэйме играю. Больше ни на чем эту игру не запустить. Вообще, все сегодняшние игры это с Мэйме запускаются. Веселые эльфы. Чем-то они мне напоминают прихвостней из Оверлорда. Счастливого Рождества, мать твою! Это что за таксисты? О! Мель, ты уже здесь? Что с тобой? Не позавтракал, походу. Ой, мамочки, я тебя другим представлял. Ой, ё-моё, зомби-официантки. Ну чё там, куриными окорочками кидаются? Она что, жопу там показала мне, что ли? Повернулась спиной и вроде как порты сняла. Доброе утро, карт. А мы тут зомбюшками балуемся. Эх, мама. Валить надо отсюда.
Ёлочка! А... Крампус? Нифига себе, Дедушка Мороз! Дед Мороз и олень и его сани в одном флаконе. Это уже какой-то Happy Tree Friend. Найс, говоришь? Что-то он глаза-то как вылупил, а? Я тебя отморожу? Ты есть отмороженный. Блин, хватит меня говном-то кидаться. По-моему, это не Дед Клаус, а Дир Клаус. Судя по рогам. На тебе. Нового года не будет. Карт, извини, я уже говорил, что за платформа несколько раз. Я не мог написать платформу в Дэше, потому что игры с разных платформ. Но это все аркады. Так, фрик-шоу. Шоу уродов. Чудно, чудно. О, вжик! Гаечка будет? Да ё-моё. Вонючая муха. Улетай, муха. Чёрт. Не дали огнемет взять. Это еще кто такие? Ой, обезьяна-пауки? Щёлка Майя. Ни хрена себе. Опять опарыши. Да, у них тут танцы. Да блин, отстань. Я хочу вот эту штуку взять. Я себе музей забавных вещичек. Муха, ты чё прямо в лицо-то лезешь? Ты совсем охренели. Веселые макаки. Ну где же Даша? Чудно. Айклопс. Ну, сейчас мы тебе глазки только повышибаем лишние. Фига, еще с ноги. Торец заработал. Help me, help me.
Ох, интересно, что там с ней делать будут? В станочек поставили. О, молодец, девка. Блин, чертов опарыш. Хорошая молотилка. Эй! Стадо обезьян. Так. И что у нас здесь? Паровозик, облачко, мама, Джуниор, как мило. Ой, там здоровье в углу было. Фу! Плевать-то зачем? О, сели на паровозик. Давай побегаем. Ну давай, давай, где ты там? Тебе осталось-то? Готов. Электробэби. Ага. Четвертый левел открылся. We hope our clowns will entertain you before making you the main event. Клоуны. Атака клоунов. Занятно. Мимы. Ненавижу мимов. Че еще за черти? Господи, откуда ты взялся? Так обкакаться можно. Блин, ты-то дура, че там бегаешь? Я засажу сейчас. С двух стволов. Собачки! Thank you.
Ё-моё! Хватит экран так болтать. Ё-моё. Так, спустились, кажется. Ни хрена себе, скорая помощь. Ты, дети жизни. Ага, вот и сам профессор. Добро пожаловать на борт. Так я и знал. О! Ты, оказывается, еще имя есть. Черт, а? Не успел сердечко хлопануть. Сейчас вроде как уже и без надобности. Мляу, да, что-то такое. Забавно, да? Кто-то он там стихи читал. Ох, Лидер Зейн, говорит. Ё-моё, долго падать-то. Теперь кто? Ох, нифига себе. И тронь девку. Сдохни ты уже. Нашинкована. Победителю возвращают деньги.
придурок! Опять! Концовка в духе фильмов ужасов. Обязательно кто-нибудь что-нибудь сотворит, и все начнется снова. Да-да-да, давай заново. Это у меня какая-то Д ненормальная получилась. Ну ладно, сойдет. Да, какой-то Борис Ельцин получился. Фу. Не, ну, наверное, на этом я все-таки закончу. Три игрушки подряд, надеюсь. Это были веселые два часа для вас, как и для меня. Вначале, к сожалению, мне инет немножко подпортил. Дропало сильно. Под конец вроде прочухался. Ну, сегодня я на этом с вами не прощаюсь. Вечером нас ждет продолжение «Звездного наследия». Мель, ты как, в деле? Странно, что на титрах музыки нет. Ну, 5 минут я еще стрим подержу, потому что тут еще забавное видео... Демо есть. Хочу, чтобы автомат его сам врубил. Я вначале его не показывал. Там довольно долго ждать надо. Кто их на аркаде смотреть будет, эти титры? Ну, тот, кто доиграет до конца, будет. Сделано это очень стильно. Как вам сами игрушки? Думаю, я продолжу эту серию. По аркадам тут вспоминали House of the Dead. Попытаюсь показать максимум из этой серии. Четвертую вот часть никак не показать, потому что она... Оригинал не эмулируется, а порт на PlayStation 3... Не получится, потому как плойки у меня нет. А вот первую, вторую, оригинальные аркадные, третью, наверное, PC-шную версию. И у нас еще Нави-часть, как она там, приквел к первой идет. Вообще, рейл-шутеров много. Коротенькие, конечно. Одну игру на целый стрим не растянешь. Но тут кредиты прямо как у фильма. Длиннющие. Мне вот еще интересно, вот я инициал это как бы написал, что он там в таблицу ввел, как он это покажет? В качестве рисунка уменьшенного? Или попытается распознать написанное? На консолях до такого додумались спустя много лет только на NDS.
имя так вводить. Не, как-то несерьезно. Должна быть какая-то музычка. А тут нифига. Пенис. Try again. Нет, спасибо. Для одного раза хватит. When the moon is full and trees are bare, walk through the cemetery if you dare, where skeletons rot and corpses fester. Locate the tomb with the skull of a jester. Feed him the token all shiny and new. It is then that Carnival will return for you. Кто там следующий? Я знаю, что в расписании никого, но может кто-то есть желающий заполнить пустоту. Чего ждать на канале? А, через это через час. Ну ладно. Час это не так много. Девяносто восьмой год. У нас об интернете слышали единицы, а у них вон сайт для игры был. Странно, что тут тоже без звука. Хотя в биосе включен. Нет уж, обойдемся без Савича. Ну вот теперь точно все. А, смотри-ка, как писали. Ну и что там у меня за ужас будет? Нифига себе. А, первое место тоже мое. Я ее проходил уже. Да, а писать так и не научился.
Даже логотип 3DFX. Ну ладненько, всем спасибо. Пока, до вечера. Увидимся на Звездном наследии.